Все 5 моих замов должны быть у меня в кабинете ровно 12 часов. Где начальник СКМ? Наша тюремная система только называется исправительной. На самом деле, она за всю историю никого, я убежден, никого не исправила. Да вы вообще понимаете, что вы говорите? Я все прекрасно понимаю. Но есть случаи, когда насилие обосновано. И это именно такое. Насилие это не развесные карамельки, ровно не отсыпешь. Бывает, и перегибаете. А поскольку все было обосновано, я своих людей буду защищать. И тебе советую со мной не связываться. Это может стоить очень дорого. Но я сотрудник ОСБ. Ты чё? Закрой ничего. Быстро разворачивайтесь и уезжайте отсюда. Я об этом забуду, а иначе я тебя убью. Death gotta be easy, cause life is hard. It'll leave you physically, mentally, and emotionally scarred. This is for my niggas on the block, twisting trees and cigars. For the niggas on lock, doing life behind bars. I don't see only God. В жизни есть только один способ для решения всех проблем. Насилие. I'm like Paulie and Goodfellas. You can call me the Don. Like Malcolm by any means, with my gun in my palm. Slim switch sides on me, let niggas ride on me. I thought we was cool. Why you want me to die, homie, homie? Many men. Вообще стучат для того, чтобы услышать твои дети, и потом входят, товарищ майор. Спасибо, я это учту. Я так понимаю, на основе начальник следствия такой невоспитанный? Что это? Резюме ваше? Скорее ваше, прочтите. Как это понимает? Как предупреждение номер один. Номер два не будет. Слушай, чек, тебя как зовут? Майор юстиции Морозов. Ты давай-ка вот эту лажу про майора юстиции для девочек в клубе оставишь. У тебя имя есть? Игорь. Слушай, ты представь себе такую ситуацию? Ну, ты только представь. Выдал ты себе на дом электрика. Он пришел, ну, вроде как лампочку менять. А потом говорит, давай я твою жену поимею. Идет и имеет твою жену, с которой ты 10 лет прожил. А потом съедает еду из твоего холодильника. Садится в твое же кресло. Начинает смотреть твой же телевизор. Что ты сделал с этим человеком, Игорь? Мне ваши философские рассуждения не интересны. Я бы убил его. К чертям собачьим прикончил, суку. Эта тварь вообще бы пожалела, что она на свет родилась. Мент — это форма. Содержание важнее.